Так. Так, связь есть. Я вас приветствую, дорогие друзья. Вы знаете, вот пока я в Бельцах, другие мои коллеги по всей стране, ну, занимаемся проблемами и решением вопросов, которые мы обещали гражданам, предвыборную кампанию. Ну, грубо говоря, выполняем свой долг. В Кишиневе продолжается вот это кино, которое как бы, ну, наблюдаю одни день, второе, третье, четвертое. Все понятно мне, что происходит. Вопрос в другом. Зачем обманывать людей? Зачем всем нам пытаются показать, что там якобы какие-то конкурсы проводились для того, чтобы занять ту или иную должность, да? Значит, там Майя Санду хотела там как-то там замутить своего прокурора, ну, надо признать, на благо общества. Не прошла ситуация, социалисты с демократами ее свалили. Значит, для чего? Для того, чтобы Дадон назначил своего. Я правильно говорю, назначил. Потому что все эти конкурсы — это чисто фикция для того, чтобы дурить людей вечером в программе «Мессенджер», которые смотрят все, да, и каких-то, и продвигать эту идею как-то там через свои телеканалы. Судьба генерального прокурора давным-давно решена. Значит, я просто посмотрел, что завтра, вернее, не завтра, а сегодня в программе у Натальи Мораль, значит, будет Новак, Штефан Глигер, Литвиненко, там еще кто-то, будут обсуждать, что вот завтра проба с Крисы, письменный тест, чтобы из четырех... Так, пишет, выключи печку, шумит сильно. Так, значит, заглушил. Значит, извините, прервался. Значит, сегодня в программе у Натальи Мораль будут обсуждать завтрашний письменный тест, проба с Криса, чтобы из четырех прокуроров там определить победителя. Ребят, Дадон хотел Салтана, генерального прокурора. Хотя всем писал Александр Стенуга. Кое-что произошло. Дадон как бы оказался... ну, не буду комментировать сейчас, что происходило и как, но суть в том, что завтра, чтобы вы знали, не просто письменный тест, проба с Криса, а завтра будет определенный победитель этого конкурса, который идет очень давно. Значит, и победителем завтра будет Александр Стоянуглы. То есть завтра и у них проба с Крисы, и определяет победителя. Они решили, это что это будет Александр Стоянуглы. Значит, завтра вечером вроде там Дадон не успевает, в пятницу утром он подписывает декрет об утверждении Александра Стоянуглы в должности генерального прокурора. В пятницу они уже делят комиссии там и так далее. То есть вы понимаете, что вышел бы Игорь Дадон и сказал: так, короче, пока разберемся, пока в стране нет демократии, куча институтов до сих пор продолжает быть захваченными плохотником, значит, поэтому я назначаю такого-то генерального прокурора, пока не наведет порядок, потом изберем его так, как положено. То есть, потому что все имитации, начиная тендеров для экономических агентов, заканчивая там конкурс для того, чтобы занять ту или иную должность, как было при Плохотнике, также продолжается сегодня. Александр Стоянуглы очень порядочный парень. Значит, некоторые люди не дали назначить Салтана прокурором, как хотел Игорь Николаевич Дадон. Ну, как бы, иногда вмешательство является полезным. Ну, потому что про этого человека я никогда ничего плохого не слышал. Но именно то, что вот они химичат, и этот конкурс завтра проводит письменный тест для, ну, для того, чтобы люди видели, что там это все через конкурс. Зачем нас дурить? Игорь Николаевич, ну вышел бы, сказал, бэ-я-ше. И никто бы слова не сказал, ни справа, ни слева и так далее. Главное дело делать. Вот.
Потому что, ну, по-другому, ну, вы просто злите людей. Вы разозлили, Игорь Николаевич, людей, потому что не до конца понял вашу ультраскоростную комбинацию по отставке правительства Санду. Еще в 3 раза быстрее вы избрали новое правительство, хотя бы поделили там с демократами абсолютно все. Поэтому, ну, перестаньте просто дурить людей. Не знаю, что будет обсуждаться в программе у Натальи Мораль. Не знаю, что они будут химичить. Да, сейчас как бы сложная ситуация, потому что как минимум, может быть, перенесет на день-два подписание, то будет все именно так, как я вам говорю, как не думаю, я уверен. Поэтому поздравляю и Дадона, и Александра Стояногла с новой должностью. Ну, все говорят про Александра Стояногла только хорошее. Главное, чтобы его не запачкал Дадон, как это было со многими другими. Все, ребят, давайте, обнял, пока. Пошел работать.